О здоровье кузнечан позаботился президент России Дмитрий Медведев, инициировав разработку долгосрочной целевой программы модернизации здравоохранения в Российской Федерации. 146 миллиардов рублей в рамках этой программы будут направлены на ремонт лечебных учреждений страны, закупку нового медицинского оборудования и подготовку квалифицированных врачебных кадров. 12 мая губернатор Пензенской области провел совещание, на котором начальники управления здравоохранения муниципалитетов области, в том числе и Кузнецка, представили анализ состояния лечебных учреждений. В проведенном совещании была озвучена цифра в размере 148 миллионов рублей. Это средства пойдут в город Кузнецк на приобретение медицинского оборудования и 148 миллионов рублей на проведение ремонтных работ. Наибольшее количество средств требуется на капитальный ремонт городской больницы. Также в рамках федеральной программы будут капитально отремонтированы детская больница и стоматологическая поликлиника. По второму разделу программы предусмотрено приобретение современного медицинского оборудования. На данный момент срок эксплуатации около 70% медоборудования лечебно-профилактических учреждений Кузнецка 10 лет и более, то есть оно нуждается в замене. Заявки на оборудование уже поданы Министерству здравоохранения и социального развития Пензенской области. Сейчас там создается рабочая группа. Каждый главный врач вместе или с главой администрации, или с замом, курирующим социальную сферу, будут защищать проекты вот этих программ в Министерстве здравоохранения Пензенской области. В составленном перечне оборудование стерилизационное, физиотерапевтическое, а также диагностическое. Среди последних аппарат стоимостью в 2 миллиона рублей. Коагулометр, предназначенный для диагностики нарушений гемостаза, образования тромбов. Но еще до начала реализации федеральной программы модернизации здравоохранения дорогостоящее медицинское оборудование в Кузнецке появится. По программе усовершенствования оказания помощи пострадавшим в ДТП в городской больнице будет установлен томограф. Сейчас уже заказаны проектно-сметные документации на помещение. Состоялись торги 4 мая. Вот. В течение 90 дней будет поставлен компьютерный томограф к нам в город. Но это помимо 148 миллионов? Помимо. Третий раздел федеральной программы «Решение кадрового вопроса» перекликается с городской программой «Улучшение обеспечения муниципальных учреждений здравоохранения Кузнецка медицинскими кадрами». Данной программой, утвержденной главой администрации Олегом Гусынским, на 2010 год предусмотрены выплаты по возмещению расходов на найм жилого помещения врачам, прибывшим для работы в наш город. На 2011-2012 определены средства из бюджета Кузнецка на приобретение 5 квартир ежегодно и предоставление их в качестве служебного жилья иногородним врачам. Информация об имеющихся вакансиях, а в настоящее время их 37, размещена на официальном сайте администрации Кузнецка.